Друзья, это видео о животном рыбе финта. Финта принадлежит классу лучеперых рыб, семейства сельдевые и роду алоза. Финта водится в Атлантическом океане и смежных морях. Она населяет Северную Атлантику от берегов Северной Африки до Норвегии, обычно в Северном, Балтийском, Средиземном и Черных морях. В российских водах встречается у побережья Балтийского моря, Калининградской области и Финском заливе. Финта – небольшой представитель семейства сельдевых, длина которого достигает 60 см, а масса – до 2 кг. Тело сплюснуто с боков, имеет обычно овальную форму и покрыто мелкой чешуей. Голова невысокая и узкая, спинка финты темно-зеленая с металлическим блеском, бока золотистые, блестящие, плавники слегка черноватые. Финта обитает в толще морских вод, у дна, где и добывают пищу. Основу ее рациона составляют небольшие рачки. Она также не прочь полакомиться мелкой рыбой, чаще всего хамсой и небольшими сардинами. Половозрелый финта становится в возрасте 2-4 лет, когда достигает 30 см в длину. При этом самки созревают на год позже, чем самцы. В апреле финта собирается в устьях рек, и после того, как вода прогреется до плюс 15 градусов, в мае-июне начинает подниматься вверх по руслу на расстояние до 200 км. Нерестится рыба ночью, выбирая каменное дно. Самка выметывает от 80 до 200 тысяч икринок, из которых через 9 дней появляются мальки. После нереста взрослые особи устремляются в море, весь период размножения финта не употребляют в пищу. По мере роста молодняк спускается к устью реки, питаясь по пути планктоном. Достигнув устья, где вода становится солоноватой, он задерживается, поскольку не приспособлен к жизни в морской воде. Молодая финта выходит в море только через год. Финта – типичная рыба для вод Атлантического океана, но из-за активной деятельности человека ее численность в некоторых областях значительно снизилась. Одной из причин стал массовый вылов, особенно в устьях рек, где молодняк пребывает на протяжении полутора лет. Отрицательно сказывается и строительство плотин, которые закрывают проход к нерестилищам. Уже в начале 20 века в Балтийском море этот вид стал немногочисленным. Дальнейшее масштабное загрязнение вод может привести к тому, что он и вовсе исчезнет. Финта занесена в Красную книгу России. Как показывают исследования, в пределах ареала встречается несколько подвидов финты. Всего их выделяют 6. Финта, обитающая в соленых водах, делится на Атлантическую и Средиземноморскую. Последняя в небольшом количестве встречается в Черном море. Среди пресноводных финт выделяют озерных, итальянскую и ирландскую разновидности. В тех же местах, что и финта, обитает еще один представитель рода алоза – европейская алоза, которая имеет схожий цикл развития. В реках, куда оба вида заходят на нерест, часто в результате скрещивания наблюдается получение гибридных особей. Это не массовое явление, не представляющее угрозу сохранению финты как рыбы. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч! Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал.